типа предупреждения о готовящихся террористических актах в Москве, в Петербурге, в местах скопления людей, железнодорожные остановки, станции метро, торговые центры. И до сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли. Посольство, правда, что-то такое невнятное сказало о том, что они читали в российских газетах, в российских средствах массовой информации, будто такое возможно. Ну, насколько серьезна такая работа и насколько солидна для государственных учреждений, имея в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным занятием, я думаю, это каждому необходимо судить самостоятельно. Что касается возможных встреч с моими коллегами из Соединенных Штатов и Франции, то сейчас такая возможность прорабатывается. Она прорабатывается по линии внешнеполитических ведомств. Ну а насчет инициатив президента Макрона о проведении саммита Путин-Байден и затем саммита то ли пятерки с приглашением каких-то других государств.